В 2015 году концерн «Грундфос» начал выпуск новой модели циркуляционного насоса «Альфа-3», оснащенного функцией беспроводной передачи данных на мобильные устройства с помощью модуля связи «Альфа-Ридер». Уникальность решения заключается в возможности быстро и просто произвести балансировку системы отопления. Эта процедура помогает равномерно распределить теплоноситель с учетом особенностей каждого помещения. Отсутствие балансировки влечет за собой шум в радиаторах и трубах, некомфортную температуру в комнатах, а также значительную переплату за топливо и электроэнергию. Как Альфа-3 решает эту проблему? Рассмотрим на конкретном примере. Существует несколько способов балансировки, но каждый из них имеет свои ограничения. Самый простой способ – это применение коллекторов с расходомерами, но используют это только в лучевых системах отопления. Второй способ – это использование специальных балансировочных кранов, но это требует дорогостоящего тестирующего оборудования и применимо далеко не во всех системах. И третий способ – это применение тепловизора, отличается высокой стоимостью. К недостаткам существующих способов можно отнести отсутствие универсального подхода и большие временные затраты. В среднем балансировка системы занимает около 1 рабочего дня. Но Грундфос нашел универсальное решение. Для того, чтобы разобраться, давайте пройдем в котельную. Здесь мы видим не очень сложную схему системы отопления, которая применяется в частном домостроении, которая состоит из атмосферного котла, бака водонагревателя, резервного котла, насосных групп быстрого монтажа и, конечно же, насосного оборудования компании Грундфос. В данной схеме уже установлен новый насос серии Альфа-3. Заказчик пошел на замену насосов серии УПС после простых просчетов по энергозатратам. Решение, которое предлагает компания Грундфос, довольно простое, и до сих пор этого никто не повторил. В руках у меня находится модуль связи Альфа-Ридер, который принимает данные по оптическому каналу от насоса и посредством Bluetooth передает его на любое мобильное устройство, такие как телефон или планшет. Затем с помощью приложения Grundfos Go Balance мы осуществляем балансировку системы. Весь процесс проходит в 4 простых этапа и занимает не более часа. Итак, первый шаг. Подготовка к балансировке системы отопления. Установите бесплатное приложение Grundfos Go Balance на мобильное устройство. Поместите модуль связи Альфа-Ридер на насос Альфа-3. Далее следуйте согласно рекомендациям. Второй шаг. Ввод необходимых данных о температуре теплоносителя, отапливаемых помещениях и радиаторах. Последовательно введите в Grundfos Go Balance данные о каждой отапливаемой комнате и каждом радиаторе в доме. Измерьте с помощью приложения Grundfos Go Balance расход и напор в каждом радиаторе. Третий шаг. Отбалансируйте каждый из радиаторов при помощи балансировочного вентиля. Приложение Grundfos Go Balance автоматически рассчитает рекомендуемые значения расхода для каждого радиатора, которые позволят обеспечить помещение требуемым количеством тепла. Настройте балансировочным вентилем текущее значение расхода для каждого радиатора до рекомендуемого значения. Заключительный шаг. Получите подробный отчет по результатам проведения балансировки с помощью приложения Grundfos Go Balance. Не забудьте забрать Альфа-Ридер. Балансировка системы позволяет снизить затраты на топливо и электроэнергию от 7 до 20%, а также до 10% на оборудование системы отопления. Среди других преимуществ новой модели – улучшенные пусковые характеристики, защита от сухого хода и летний режим. Подшипники и вал выполнены из керамики, которые не притягивают окалину из перекачиваемой воды, что значительно увеличивает срок службы насоса. С индексом энергоэффективности всего 0,15 новый насос Альфа-3 является самым энергосберегающим циркуляционным насосом в своем классе. Объедините все это, и вы получите чрезвычайно надежное оборудование. Новый насос Альфа-3 позволяет произвести балансировку уже функционирующей системы, в которой установлен любой циркуляционный насос монтажной длиной 130 и 180 мм. Для этого достаточно снять старый насос, установить Альфа-3 и осуществить 4 простых шага. Альфа-3 обеспечивает комфортное и экономичное отопление на новом уровне, позволяет быстро и эффективно настраивать систему отопления, обеспечивая профессиональный уровень сервиса и дополнительную финансовую выгоду.